Всем привет-привет, с вами Флешка, и это «Женские игры», и мы продолжаем развлекаться на просторах Теллары, геройничать. И, в общем, сегодня нас ждет знакомство с циклопами поближе. В прошлой серии мы с вами победили вот этих двух красавцев, да? Мы их победили. Причем Арлун, а тут Аргрух. Арлус, да что ж за имена-то у вас такие? Ну, давайте возьмем задание, какие они нам предлагают. Сначала я заберу свой подарочек. Постоянно забываю забрать. Итак, вы очень сильны для такого коротышки, эльф. Племя Трумасева славит вашу победу и заключит союз с магической рукой. Передайте это сообщение вашему народу. Отлично, задание от магической руки мы выполнили. Ну, давайте еще немножко здесь потусим, а может, что дадут. Хотя бы денежки. Вы заслужили уважение Трумаси настолько, чтобы сражаться на арене. Корнат покажет вам, как появляются чемпионы. Поговорите с ним, если хотите сразиться за честь и славу, наверное, скорее всего, хотели нам сказать. Ну что ж, поговорить-то мы поговорим, сможем ли мы сразиться, это еще будет видно. А, это уже задание для группы, потому что там циклопы ходят, и это задание для группы. Хорошо, потому что там циклопы ходят такие толстенькие, упитанные. Я почему-то думала, что будут еще какие-то задания. Нам надо поговорить с этим красавцем, но так, чтобы не сагрить тут циклопов ходящих. Пойдем по верхушкам. О, артефактик. Замечательно. Ой, вот это нехорошо. Я хотела там забраться, а вы меня скинули. Что за дела? Промазала немножко. Попытаемся забраться обратно. Ип. Есть. Не скидывай меня, пожалуйста, игра. Я хочу этот артефакт. Еще идет ивент на поиск нестабильных артефактов. Но, к сожалению, он уже заканчивается, и я ничего не успею найти. Хоть цветочек соберу. И вот, собственно, циклоп, с которым нам надо поговорить. Я не помню этого задания на арене. И что-то мне страшновато. Но хотя бы попытаемся. Хотя бы попытаемся, хотя бы выполним вот это говорительное задание. Привет! Если Дейла этого хочет, можешь сразиться на арене. Постарайся не погибнуть слишком быстро. Хорошо, группа 2. Ну, я думаю, что с группой 2 я могу справиться. Победить Норгара Тяжелорукого. А вы тот эльф, о котором шумят кентавры, вы, может быть, и достойный противник для них, но только не для Норгара. Он из элитной стражи. Если вы примете вызов, поговорите с Дурнатом. Приму. И поговорить с Дурнатом. Но сначала цветочек. А то что мне на могилку потом положат? Кстати, какой-то цветочек еще повыше уровнем. Отлично. Навык не прокачал, потому что у нас навык уже 225. Нам срочно надо в город. Просто печаль, как нам надо в город. Да. А вот ты где, жалкий эльф. Даже не сразу и заметил. Ты точно хочешь сразиться с Норгнаром Тяжелорукого? Да. Прекратите меня переспрашивать. Я хочу. Где он? Вот он. Иди сюда. Иди сюда. Или я уйду. Ну, когда ты покраснеешь? Какой он злой прям сразу. Я надеюсь, оно этого стоит. Да нет, не такой уж злой. Вот задание на двоих я спокойно выполняю. Опыта получила немало. Возможно, я недооценил твои размеры. Похоже, ты достоин соревноваться с Трумаси. В последующий раз у тебя будет противник посложнее. То есть я могу еще с кем-то сразиться. Хорошо. Следующим противником будет
Тайран, кентавр из Зависной Отмели. Хотя он и не нашего племени, за искусность боя на мечах его уважают все циклопы. Коль решишь принять его вызов, поговори с... Да, хорошо. Да, вы еще не успокоились, эльф? Я болел за тирана Руколома с того момента, как он присоединился к нам из племени кентавров. Сегодня я не изменю свои традиции. Хорошо, давайте сюда этого кентавра. Так, щит у меня откатился. Быстрик я, скорее всего, скастовать не успею, потому что он быстро на меня агрится. Ну, посмотрим, что мы сможем сделать. Фух, надеюсь, переживу. На крайняк у меня есть одна баночка на отхилку. Хотя обычно это не помогает. И да, на мне все еще висят бафы всяческие. А он пожирнее будет. Можно включить вот это. Так, быстриками. И огненными шарами, да. Ой-ой-ой, какой он толстый. Эй! Ой! Ух! Ой! Ай-яй-яй! Оу! Вот это было неожиданно. Я не заметила, как он снес мне практически всю жизнь. О, и все мои бафы слетели. А, мне, скорее всего, придется поговорить с этим еще раз. Давайте оббафаемся тем, чем есть. Артефакты сюда сложим. Баночка у меня осталась. Что у нас есть? У нас есть ловкость. Да, пускай будет ловкость, мудрость, интеллект. Выносливость бы еще найти. Мудрость, сила. Nope. Выносливость? Нету? Серьезно? Что у меня еще есть? У меня есть. Ничего полезного. Интеллект. Печалька. Ну что ж, пытаемся еще раз. Я прям так стояла непокобелимо, так сказать. Давай еще раз. Еще одна попытка. Надеюсь, на этот раз я с ним справлюсь. И это можно будет еще использовать. Ну что ж. Щит. Это. Поехали. Сразу вот это. Баночку выпиваем, чтобы восстанавливалась жизнь. И... Давай. Давай, детка, давай. Ты сможешь, милая, давай. Ей! С него даже что-то выпало. Серяк какой-то. Ух! Это было достаточно сложно, да. У меня больше нету банок, так что на третий заход я точно не осилю. Да, и второй раз я вас недооценил. Похоже, что вы достойный оппонент. Отлично. И мне тут предлагают третьего, не знаю, как я с ним справлюсь. Мы известны как племя бойцов, и ваш следующий противник не исключение. Хотя она и маг, не обольщайтесь, выносливости Аргур могут позавидовать многие наши воины. Когда вы будете готовы сразиться с этим противником, поговорите с Дернаром. Вот маг это уже посерьезнее будет. Я полностью восстановилась уже, да? Бафы на мне еще есть. Скиллы откатились. Попробуем, чего нам стоит. Жизни разве что. Банок уже нет. Вот. Банок на восстановление жизни уже нет. Да они и все в откате. Надо сразу щит на себя кидать. Она огнем в меня бросает. Давайте, сейчас быстриками заряжу ее. Так.
Но пока что я... Ну да, магическая защита у меня куда круче, чем у нее, походу. Так, быстрик, сила. Ой, что-то на меня сходятся тут. Или тут кто-то еще дерется. Ей! Это было круто. Это было круто. Но магичка была не такая сложная. Свиток мудрости я получила. Что? Да? На интеллект. Ну, давайте. Что ты теперь скажешь? Аргур, несущая слезы, получила от вас хорошую взбучку. С каждым испытанием вы показывали себя все лучше. Вы превзошли все мои ожидания. Теперь вы точно готовы к последнему... Чему? Я не хочу последнее задание. Нет, только не последнее задание. Потому что это звучит так, как будто это последнее задание в моей жизни. И это для группы 3. Нет, нет, группы 3 это я уже точно не выполню. Флешка, это ваше последнее испытание, задание которого удостоились немногие избранные воины. Вы сразитесь с тремя нашими лучшими воинами. Прям с тремя сразу? Три сразу. Или по очереди как-то. Ну, давайте попробуем. Последним испытанием будет схватка с тремя нашими лучшими бойцами. Да, вы согласны? Да, я согласна. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, мамочка дорогая, это будет весело. Я не очень хочу. Я что-то не очень. А можно я домой пойду? Можно? Я чуть-чуть домой пойду. Пожалуйста. Вот этот самый сложный, как по мне. Ой-о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 й
потолще, поодеть и так далее. Потому что с тремя сразу мне как-то очень сложно сражаться. Давайте мы прямо здесь воскреси меня, пожалуйста. Я в курсе, что я очень сильно поломаю душу, но мы это купим 35 золота. Не так уж и дорого за то, чтобы вернуться сюда. Отчитаемся за то, что мы заключили сделку с циклопами, что я говорю. Завоевать доверие Трумасе задача нелегкая, но воистину достойное уважение. Здесь, в сухих землях, они могут оказаться ценнейшими союзниками. Отлично, и мне предлагают тапочки отвратительного качества и еще... О! При использовании сухих земель призовет союзника циклопов. О, отлично. Это тапочки у нас получились как бы для вартропа. А это отложим. Возможно, еще как-то пригодится. Что еще, дружище? Отлично, что Трумаси теперь на нашей стороне. Из последнего отсчета сложно понять, насколько сильно нам нужна помощь. Штормовой выводок захватил редут. Бастион древних эдхов. Нуль Оксимандр очень сильно нуждается в вашей помощи в борьбе с этой грозой. Разыщите его скорее. Да, и, наверное, помогите ему. Ну что ж, для этого мы сюда и пришли. Куда нас отправляют? Сюда. Нет, здесь у нас победить этих. Мы это потом закроем. А, кстати, кошмар. Кошмар, это интересно. А нам надо сюда, и, скорее всего, мы будем разведывать вот эту территорию. Хотелось бы еще здесь открыть территорию. Ну что ж, поскакали. Да, в эту сторону, вот так по дорожке. И там вот такие достаточно обширные руины. Потом их всех зачистим. Надо к началу прийти, посмотреть, что от нас хотят. И как сюда удобнее входить, вот мне интересно. Еще выше надо. Хорошо. Выше так выше. Мне очень тени нравятся. Так, мы получили ведерко опыта. А что здесь так страшно-то? Ну, разлом. Какой-то очень серьезный разлом. Разлом земли, 43-й. Нет, это не то, что нам сейчас надо. Нам надо найти...
человека, с которым бы поговорить по поводу ситуации здесь образовавшейся. Ей! В поисках воды мы исследовали полностью сухие земли. Тоже хорошо. А мы что, в лагере вернулись или я ошибаюсь? Нет, лагерь где-то там. О, а чему ты учишь? Рудокоп, да, ты мне нужен. Я бы хотела кое-что изучить. Да, мастера. Да, и обработку слитков тоже хотела бы изучить. Несколько торговцев. Вы прогрузились уже? Продадим им хлам. И то, что нам точно уже не надо. Что? Стрелковое оружие. Нет, нет, спасибо. Я, пожалуй, откажусь. И где-то здесь у нас задание. Спешимся, а то как-то не гоже говорить с лошадки. Сурав сообщил нам о вашем приходе. Мы рады, что вы на нашей стороне, Флешка. Штормовой выводок сейчас силен, как никогда. Да не беспокойтесь, я все сделаю. Штормовой выводок похищает людей и использует их в своих огненных ритуалах. Я докладывал начальству, но они не присылают подкрепления. Чтобы сдержать штормовой выводок, я предлагаю награду любому, кто готов перехватить инициативу и атаковать их. То есть мне предлагают убить некоторое количество вот этих из штормового выводка. О, сюжетное задание. Редут был важным городом в империи Эдхов, и ходят слухи, что башню там возвели с оккультными целями, поэтому мне и не по себе, когда я слышу, что штормовой выводок захватил этот город. Адриана Уивер вступила в наши ряды совсем недавно и отправилась следить за драконоидами, но от нее так и не поступило отчетов. Нам надо отправиться и найти Адриану. Хорошо, хорошо, найти Адриану, где она там находится? Немножко так возвращаться, далековато. Ну что ж, побежали. А здесь в факелах нету никаких артефактов. Вы обычно любите прятать артефакты в факелах. А вот здесь, где-то за этой штуковиной. Нет? Что-то странное творится в этих землях. Нету артефактов. Вот нам вот в этой башне, наверное, забраться надо. А обойти все это счастье не получится. Тут забраться, кажется, нельзя. Надо идти через главный вход и через толпы всех этих монстров. Или же получится. Попытка, не пытка. Я хочу наверх. Вот так, вот так. Нет, да, 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 давай, давай, лошадка, давай, давай, давай. Ей! А вот это было неожиданно. Я не думала, что я сюда влезу, но влезла. Отлично, отлично. Привет. Ты всего лишь 40 уровня. Нам туда еще рано. Нам туда еще рано. Нам надо сначала там Адриану найти. Она внизу находится, скорее всего. И немножечко прошерстить ряды этих существ. Где ты, Адрианочка? Вот там она? Или что это? Иди сюда. Ты тут девушку такую не видел, а? Не, не видел? Жаль. Ну, умри тогда, что ли. Мне девушка нужна. А она, кажется, здесь. Я вот по значку пытаюсь определить высоту, на которой находится это. Цветочек. Этого тоже, кстати, надо убить. Но не сейчас. Сначала найдем девушку. Я ее не вижу. Возможно, она ниже и вообще внутри. Здесь где-то вход есть? Или нет? Непонятно. А куда дракончик делся? А, ты просто в текстуры ушел. Ушел в подполье, бедолага. О, здесь какое-то помещение. Поищем здесь девушку. Да, помещение? Я не ошиблась. Помещение. А, вот ты где. Привет!
Не позволяйте моему плену вас обмануть, я держу ситуацию под контролем. Ох, опять эти своенравные девицы. Понятно, приятно для разнообразия увидеть дружественное лицо. Штормовой выводок настолько жуткие существа, что я раз 10 едва все не бросила, что, конечно же, погубило бы мой план. Так что вы тут очень удачно появились. Какой план? Подойдите ближе, я вам расскажу. Хорошо, хорошо, я подошла поближе. Давай, рассказывай. Не так близко. Дайте же девушке немного места для работы. Ох, эти дамочки. Хорошо, я сдалась в плен, потому что куда проще разузнать о планах людей, когда твоя жизнь и смерть находятся в их власти. Теперь я знаю, что штормовой выводок захватывает инкаров, и что они стремятся овладеть башней Редута. Чтобы выяснить больше, понадобится мой амулет, который забрал маг из выводка. Хорошо, нам предстоит найти амулетик, который находится именно у мага. Помимо всех-всех, нам надо убивать именно магов. Ты маг? Нет. Маг, скорее всего, такой в юбке. Пошли поищем амулет. Вот, ты маг. Отдай амулет. Есть! С первого раза амулет забрала. А теперь надо бы как-то вернуться наверх. А это уже придется зачищать. Ну, дракончики, в смысле рапторы, не сильно страшный враг. Да и тем более кожа всегда пригодится. Отнесем дамочке ее амулетик. Пускай продолжит свою работу. Ты согрешься? Нет, не согрешься. Мой амулет, отличная работа. С ним мы сможем выяснить, что же задумали эти чешуйчатопузы. Ох, как ты их нежно называешь. Дракониды мне больше ничего не расскажут. Больше может узнать лишь другой драконид. И вот тут-то нам пригодится этот амулет. Я с его помощью на вас такую чешуйчатую красоту наведу. Залюбуешься. Ну а после вас выслушает нуль. Аксимандр на разбойничьем утесе. Передайте все собранные сведения ему. Хорошо. Я превратилась в драконида. Отлично. Теперь точка у меня обозначена, с кем мне надо поговорить. И эта штука на меня висеть будет только 9 минут. То есть искать надо быстро, четко. Я надеюсь, я иду туда. Не, надо наверх. Вот туда. Да. Сейчас запрыгнем. Какие же вы звуки противные издаете? Значок будет? Да, значок есть. С кем надо поговорить? Внутри где-то, да? Ох, это архитектура. Она просто ужасающая. Надо подняться наверх. Привет! Как поживаете? Как служба? Все хорошо? Отличненько. Где подъем? Здесь подъем. И втыкнулась головой просто в стенку такая. Мастер путешествий. Еще выше. Туда или сюда? Фиг его знает. Поднимаемся еще выше, если что, сверху спускаться проще. Так, похоже на то место, что надо. С тобой надо поговорить, нет? А с кем? А, вот, с тобой надо поговорить. Я такая на голову ему свалилась. Потерялись мы, Редут, не для того взяли, чтобы новички тут с разинутыми ртами стояли. Разуйте глаза и узрите башню, уничтожившую Эдхов. Она поглотила силу конвокации, а эдхийские... Переместитель перенаправил эту энергию. И теперь эта технология принадлежит нам. Окей. Заманчиво и интересненько. Надо еще выше подняться, там еще с кем-то поговорить. Поехали. Еще 7 минут осталось. Дольше всего будет добираться туда, куда-то на верхушку. Я даже не понимаю, как по этим всем штукам пробираться. Потому что на лошадку-то не сядешь. У меня сразу баф спадет. Вот с тобой надо поговорить. Хорошо. С бригадиром каким-то.
Вы себе представляете, вот в этой толпе сейчас превратиться обратно. Это будет капец. Вы новый погонщик рабов? Нам надо больше рабов, особенно инкаров. Для церемонии нужны души и башни. Лучше всего работают на душах этхов. Возможно, понравились они им, когда во время конвокации засосали всех разом. Ну чего встали? Живей за рабами. Вы все такие прям дружелюбные, что сил нету. А теперь куда мне? Куда-то туда, наверх. Заберусь. А что делать? Придется. Сейчас по подъемчику тут и подымемся. Вот на этих перекладинах очень часто артефакты покоятся. Нам надо на верхушку влезть. Там какие-то дракончики летают. Да, сюда? Сюда, кажется. Отличное место, чтобы потом вас нафармить. Да, я в правильном направлении иду. Итак. Будьте осторожны, новичок. Верховный жрец Смаркаль проводит ритуал по вызову владыки огня. Эритус планара огня. Таким же образом он может в конце концов освободить Мелфорджа. И все живое и слабое на Теларе исчезнет в огне. Вот мы и открыли ваш план. Вы хотите Мелфорджа призвать. Ну что ж, нам осталось только нафармить нужное количество вот этих существ. Для этого отменим баф. Превратимся обратно в себя. И нафармим... Ой, а фармить надо... Зря я отменила баф. Надо было спуститься в зону квеста и потом отменять. Ну ничего, немножечко опыта подкопим. Как-никак, вот с этих получаем шкуру, а с драконоидов получаем еще и тканюшку, насколько я понимаю. Они же считаются как гуманоиды. Здесь быстренький спуск. Здесь точно кто-то захочет меня скушать. Нет? Странно. Я думала, захочет. Привет, дракошки. Ой! Ой! А может, не все сразу? Ой, какие вы любвеобильные. Знаете, как котята на меня набежали. Хотя и навык свежевательства на них качаю отлично. Есть. И три шкурки. Нет, не поднимаешься? Так, ты мне нужен? Ты мне не нужен вообще-то. Оу. Заспавнился. Прям на голове. Есть денежка. В зону квеста. Вернуться в зону квеста. Ей. Все, мы... Нет, еще не там. В результате убьем больше, чем надо. Но зато их будет меньше, и исследователям будет проще разведывать здесь все. Что ты мне дашь? Ай, какой-то серяк ненужный. О, ты мне нужен. Все, мы наконец-то вошли в зону задания. Есть. Ох, выбраться уже бы отсюда. Ты мне тоже нужен. И ты нужен. Наверное, уровень сегодня не возьмем. Но все равно опыта достаточно отсыпали нам. Там что, артефакт? Нет, там просто цветочек. Но я его тоже хочу. Мне надо еще стражи немножко. И убийц. Ты кто? Ты страж. Иди сюда. Магов уже не надо. Есть смешанная ткань.
Так, тебя надо. Иди сюда. А тебя? Нет, тебя уже не надо. А тебя? Тебе надо, но не особо. Хочу руду оттуда. Есть. Мы получаем один серебряный с них. Так, маги нам не нужны. Блин, где бы еще убийц набрать? Еще две штуки. А вот убийца. Я тогда мага сагрю, ну и фиг с ним. Быстрик на мага использую. Отлично, еще буквально один убийца, и можно отсюда выбираться. Так, рапторы, рапторы. Ты кто? Ты маг? Надо будет тебя убить. Там вдалеке убийца, кажется, стоит, нет? Ха, а ты кто? Ты тоже не то, что мне надо. Ах, печаль беда-то какая. А ты? О, ты то, что надо. Привет, дружище, я тебя так долго искала. За Мелфорджа. Да какая мне разница, за что ты там умираешь? Да хоть за печеньки. Так. И можно уже отправляться в лагерь и отчитаться за проделанную работу. Садимся на лошадку и отправляемся прямиком в лагерь. Хотя нет, что здесь растет? Деревяшка какая-то. А, руда. Руда, это хорошо. О, земляной этот идол. Хотя логично, земляной рифт и земляной идол. Они время от времени выбегают и захватывают все, до чего дотянутся. Итак, почему-то одному только отчитываться. Ну что ж. Темные вести принесли вы нам, флешка. Владыка огня Ритус самый жуткий предводитель войск Мелфорджа. Записи в журналах свидетельствуют о том, что он одинаково силен в своей жестокости и магических умениях. Если штормовому выводку удастся доставить его на этот планар, то ему может быть под силу спустить Мелфорджа в наш мир. Да, плохие новости, не спорю. Как вы лихо разобрались штормовым выводком, флешка? Вы разгромили этих подколодных гадов, и теперь они 100 раз подумают, прежде чем снова выползти из своих змеиных нор, опасаясь повторного удара. Да, я такая. Ну что ж, ребята, как видите, у нас еще целая пачка заданий в этот город образовалась, но это уже не сегодня. Мы сегодня и так хорошенечко повоевали с циклопами, даже не повоевали, а доказали свою силу, мужественность и умение, навык умений, да, и разузнали о планах драконоидов. В следующей серии отправимся нарушать эти планы, чтобы им жизнь медом не казалась и чтобы вся Тлара не пылала в огне. А на этом все, надеюсь, вам понравились наши героические приключения, с вами была Флешка и всем пока-пока!